Уже в следующем году в Самаре появится 850 новых учебных мест. Это станет возможным благодаря запуску второй очереди школы на Пятой Просеке. Проектом предусмотрен детский сад на 75 мест. Ход работ во время выездного совещания проверили глава города Елена Лапушкина, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, а также руководители профильных министерств и департаментов. Закреплен специалист департамента градостроительства, который несет персональную ответственность, который практически в ежедневном режиме находится на этой стройке и своевременно докладывает о тех сложностях, которые возникают на том или ином объекте. На эту стройку я сама стараюсь приезжать практически еженедельно, встречаюсь с подрядчиком, смотрю объемы выполненных работ. Сейчас готовность объекта составляет выше 60%. Уже приступили к внутренней отделке. Объект уникальный в том плане, что это один из объектов, который мы заключили в рамках контракта «Под ключ». Этот контракт предполагает и проектирование, и строительство объекта одновременно. Это очень важно, потому что зачастую подрядчики, которые брались за стройку, они находили многочисленные ошибки в проектах. Это требовало значительного времени на их переделку. Сегодня подрядчик взял полностью этот объект, и начиная с изысканий, проектирования, и вот сейчас он до конца года завершит строительство. Под контролем властей и строительство детских садов. У нас строятся два детских садика на улице Подшипникова и на улице Ташкентская. Сейчас материалы в полном объеме есть. Открытие только этих двух детских садов даст городу порядка 250 мест, включая ясельные. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Ольга Павлова, Ольга Хамракулова, Константин Головин, Василий Колдашов. События.